Всем привет! С вами Федос. Давайте быстренько посмотрим, что подпадает из новой награды в новом Морозный ларец. Морозный ларец. Что у нас упадет из Морозного ларца? Трое из этого. Двое из ларца, одинаковые с лица. Ну, слушайте, и яйца, и ларцы просто кладезь. Ой-ой-ой, и монетки, и зелье опыта. И всего один ларец стоит 750 монеток. Смотрим дальше. Чуть-чуть позже я запишу видео про новое событие. Так что не забудьте подписаться на канал, лайкнуть это все дело. А то, что получается, я с утра ночь не спал, проснулся, не съел свою любимую яишенку, сразу быстренько в игру, чтобы показать, что с этих ларцов падает. Морозный ларец. Ну, блин. Во, падает. А чуть позже я запишу обзор, где их брать, как добывать, сколько пота крови на них тратить. Ну, слушайте, нормально так насобирали. Сколько у нас этих самых упало? О, 450 частиц хаоса упало. У меня просто не было их. Ну, отлично, я так думаю. Как вы считаете, напишите в комментариях. Ну, или так, если вам понравилось, лайкните, не понравилось, дизлайкните. Тоже какое-то отношение к снимающему. Так что всем удачи. Ждите еще одно новое видео. Я вам расскажу вкратце, как это все добывается, где это все берется. Побольше побед, побольше призов. Всем пока.